И снова всем здорово. Блин, не успел я, ребята, с вами попрощаться, как херак. И у меня по новой проблеме. Это что будет-то? Я где хоть так нагрешил-то, а? Скажите мне, пожалуйста. Блин, вроде, блин, нигде не грешил. Ёк-макарёк. Ладно, не буду долго тянуть. Сели у меня, ребята, аккумуляторы. Охренеть, сам в шоке, блин. Это вообще чудеса какие-то форменные. Даже автономку, короче, не тянут. Ни маленькую, ни большую. Короче, давайте расскажу вам предысторию, да? Так. Ребят, выручите кто-нибудь, аккумуляторы на КамАЗе сели. В рацию кричу. Один, короче, откликнулся. Я только первый раз крикнул. С правой стороны, вот смотри, я, короче, стою со стороны Урине в сторону Кирова. У меня с правой стороны аккумуляторы. 4-метровые у меня кабеля есть. Видишь как? Не получится. О, подожди. Скания остановилась. Блин, номер 859. Мужик сразу моментально остановился. Ну, говорит, у меня аккумуляторы с левой стороны. Были бы, говорит, у тебя с правой, хватило бы, говорит. А так ведь у нас, говорит, 250-250, уже 5 метров. А у меня 4-метровые провода. Никак, говорит, не хватит. Вот. Так. Ребят, выручили, на КамАЗе аккумуляторы сели. Ну, на улице, сколько у нас времени на улице? На дворе, ой, пальцы в камере. На дворе, что это сделалось? Угу, камера переключилась. На дворе, короче, у нас 7 часов утра. Двое уже откликнулись. Блин, это вообще как бы... Так, надо было сейчас, наверное, провода-то все-таки прокинуть через этот, через мотор как-то. Придется, короче, останавливаться. А надо заряжать еще, блин, у меня автономка не заводится. Автономка вообще не греет. Это, блин, даже не... Мне даже не запустить КамАЗ. Офигеть, ребята. Вот это проблема. Ё-моё, блин. Так-то бы, конечно, кто-нибудь на газике бы подскочил. На газиках, по-моему, там тоже на каких-то 24 вольта. Два аккумулятора. Как-то один раз меня выручал один мужик на газике. Это в Семенове я за это остановился. Так же, короче, поспал чуть-чуть подольше. Чуть подольше поспал, и все. У меня даже светодиоды, смотрите, короче, светят очень-очень тускло. Тусклым образом, короче, светят светодиоды. Я думал, у меня один аккумулятор высадило. Сходил сейчас, лампочка, чик-чик, и не оба, короче, не работают. Ребят, выручите кто-нибудь, там КамАЗе аккумуляторы сели. Это что такое может быть? Я, короче, в 12 ночи, ну, когда я с вами попрощался, там в Урине, да? Я проехал от силы, ну, максимум тут километров, блин, 20, наверное. Все, короче, я не могу, хочу спать. Это, короче, какой-то ужас. Думаю, блин, да что хоть... О, подождите-ка, я вот так вот сделаю. Друзья мои. Что я телефон-то держу? Так вот меня видно же, да? И видно, и слышно. О, утро начинается, не с кофе. Так, шахтерский фонарик. Фонарик голову жмет капитально, короче. Так, о, блин, опять камере, палец. Короче, проехал я километров 20. Я не могу, хочу спать. Ну, не чтобы там в Урине встать. Там и трасса пооживленней, там и как бы и место широкое. Я ехал, все, я думаю, я, короче, сейчас или в кювет уеду куда-нибудь, или просто на дороге тупо остановлюсь и заглохнет прямо на дороге. Хочешь, в спальник полезай. Вот, короче, остановился на обочине. Автономка включена, все, чики-пуки. Ну, а думаю, чтобы стоять на обочине, надо же... На обочине стоять, на аварийку включить. Включил аварийку и спать. Только, короче, уснул, херак, стук в дверь.
Были ведь тогда мысли, блин, надо, Леха, заводиться и ехать. Можно было бы всю дорогу разговаривать. Короче, этот. Нас с поселка скикнули, короче, дальнобойщик, Саня Яндубаев. Ну, не сломался ничего, я говорю, нет. Так поехали, говорит, домой. Я говорю, нет, Сань, я спать буду. Не могу, говорю, не хочу. Ну, что, я сейчас до Тункина доеду и тоже, говорю, лягу спать. Ну, нафиг надо. Он говорит, ну, ладно, говорит, как хочешь. Я, говорит, погнал. Ну, что, дальнобойщик? Так, подожди-ка, ребята. Ребят, выручите кто-нибудь, на КамАЗе аккумуляторы сели. Нема никого. Тишина. Тишь да гладь, Божья благодать. Ну и все. Я, короче, ложусь спать. В кабине тепло. Хорошо, благодать. Херак спать лег. Просыпаюсь от того, что заглохла автономка. В 6 часов утра. Ну, заглохло. Я раз шторку отодвигаю. Не видно через шторину. Шторку отодвинул. Смотрю, короче, мигает 3 раза. Ну, это, короче, такая распространенная проблема. Посвященные люди поймут. Ну, автоном 3 раза мигает, значит, угасание пламени. Я, ё-моё, я ж вчера, блин, не заправил, думаю, бачок автономки. Ладно. Я, короче, просыпаюсь. Первым делом... Я только увидал, что автономка заглохла. Ну, тише стало. И потом раз опять спать. Чик, просыпаюсь, блин, замерз, как этот. Как Бобик, короче. Голова замерзла, ноги замерзли. Ё-моё, блин. Думаю, в кабине дубочина капитальный. Что на улице, только ветра нет. Я быстрее трясущими руками достал эту горелку, плитку газовую, ну, на которой кипячу-то. Вот ладно, хорошо, что газ-то у меня, короче, этот. Он, видите, тоже проехал. И на морочке проехал. Короче, кто не хочет помогать, они тихонечко накатом проходят. Смех-то смехом, друзья мои. Плитку, короче, достал, чик поджег и дальше спать. Ну что, ничего не предвещало беды. А еще спросонья, думаю, что это такое, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Это, короче, это аварийка. Ладно, это было не в 6 часов, да. Это было чуть пораньше, короче, у меня все произошло. Да. Я, короче, спал и думаю, блин, сколько времени-то? И вот в этот момент было, короче, 6 часов. Я второй раз посмотрел 6 часов. Ё-моё, блин. Думаю, надо просыпаться. Алексей Юрьевич, давай, бери себя в руки. Просыпайся и давай, что-то надо делать. А что делать? Блин. Проснулся. Сразу же поставил чайничек. Оделся, пошел автономку. В бачок автономки, короче, закачал соляры. Еще стою. Насос на автономке. Ну, этот, как он называется, вот, который закачивает соляру-то у меня. Туго-туго работает. Думаю, что, блин, так на морозе так туго работает, что ли? Или соляра у меня замерзать стала. Думаю, не должна, ё-моё. Ладно. Короче, в конце концов, включаю. Ну, я вообще без задней мысли. Да какая задняя у меня? Передняя-то отключена была в этот момент. Включаю, короче, эту автономку и пошел. Сажусь в машину. Что-то, думаю, у меня свет-то как-то все мигает. Миг. Не понял. Раз аварийку выключил, все равно мигает. Только по-другому. Как насос щелкает, чик-чик-чик-чик, и свет, чик-чик-чик-чик. Еще, короче, не было. Кстати, там лесовозик КамАЗ стоит, помоги ему завести, зато я подъехал, а у нас этого долг не хватает. Ну, видите, как бывает. Сейчас посмотрим, остановится, не остановится. Провода у меня растянуты. Блин, надо будет ведь греть еще. Вот в чем дело. Видя, вот человек, вот какой номер я сказал? Вот этот мужик, короче, мне подсобил.
Че рассказывал-то? Короче, включаю зажигание, то у меня стрелка-то херак чуть не на 16 вольтов. Ёк-макарёк. Ёрики-макарёрики, блин. Вот тут-то началось веселье, и у меня... А, в автономке-то херак у меня погасло. Ну, погасло, я думаю, ну сейчас два раза мигнет, потому что два раза мигнуло, значит, не запустилась автономка, да, со второго раза. Ни хрена, блин, ребята. Короче... Как сказать-то? Смотрю, мигает-то 9 раз. Я, короче, за голову схватился. Ё-моё! Куда бежать? А кругом лес. Никуда не убежишь. Ха-ха-ха. Ладно, блин, думаю, нихера себе, что делать-то? В рацию крикнул. Один говорит, а я, говорит, только проехал. Ты не мог пораньше сказать. Я бы, говорит, как раз остановился у тебя. У меня бы все бы хватило. Ладно. Потом херак, никого-никого, и вот вы уже видели, да, вот это вот, номер, это, на скане остановился мужичок. Остановился, а у меня, говорит, провода, ой, эти, аккумуляторы с другой стороны. Ребят, выручите кто-нибудь, на КамАЗе аккумуляторы сели. Вот, друзья мои, это, короче, чайку. Кто со мной будет чай пить? Так, ну это не беда, лишь бы сейчас вот минут 20 бы было у человека. Блин, вообще было бы нормально. Ладно, ну подождем. А, вон кто-то едет. Так, давайте приготовимся, вдруг остановится. А вдруг остановится, блин, а где у меня? Ага, вон еще фура пробежала. Ребят, выручите кто-нибудь, на КамАЗе аккумуляторы сели. Вот надо, короче, чтобы кто-то бы подъехал спереди. Было бы вообще зашибись. Сейчас я, короче, знаете, что сделаю? О, провода-то мне, ребята, пригодились, друзья мои. Это ли не счастье? Да какое нахер счастье? Это вообще несчастье, друзья мои, друзья. О, побежал я их протягивать провода, чтобы хватило, короче, это, на встречке, короче, чтобы остановился кто-нибудь. Вдруг произойдет такое чудо, да? Ну что, друзья мои, свершилось чудо! Откликнулся, короче, один дальнобойщик с Кирова. Дима, спасибо тебе огромное, блин! О, пожелал быть инкогнито, незамеченным. Дим, огроменно тебе спасибо, блин, тысячу раз. Короче, блин, ребята, блин, вообще вот такой парень остановился. О. Чё, говорит, блин, сам в такой ситуации бывал. И не раз, говорит. Ситуация, конечно, ребята, патовая, или как это называется. Ё-моё, блин. Всё? Немного мы с ним погрели, короче, машину. Погрели, короче, аккумулятор. Ой, ну, подзарядили аккумуляторы. Хорк, все. Ну, завелся вообще КамАЗ. Очень тяжело. Но ему тяжело заводиться в такие морозы. Это Евро-1. Проектатор, блин, хренов придумал этот двигатель Евро-1. Все хорошо, все устраивает. И работают нормально, и, блин, везет более-менее нормально. Ну, как запускаться, так какая-то беда. Хер знает, только сколько вот градусов нулится. Ну, градусов, наверное, 20 верняком. Ё-моё, блин, это надо ли, а? Запустился с горем пополам. Руки грею. Руки грею над плиткой. Все автономки, короче, завел. Все автономки греют, короче. Все системы проверены, все системы запущены. Ох-ох-ох, ребята. Чай. Чай-то у меня остыл. Остыл уже. Где-то у меня есть тут хлебушка, кусочек. Так, дайте-ка я чайничек-то. Что там у меня есть еще? Сейчас, короче, я чайку еще попью. Провода, ребята, это вообще вещь. Сварочные кабеля. Кто, короче... В дороге ездит, возите с собой.
помогут всегда, короче. Он подъехал, кабина к кабине. У меня от аккумуляторов до его аккумуляторов хватило проводов без проблем. Остановился сразу, короче. Я, блин, по рации только крикнул, он меня только услыхал сразу. Сейчас, говорит, подъеду, Алексей Юрьевич, без проблем. И все. Хоп-хоп. И запустился. Ну, минут 10, наверное, мы с ним постояли. Постояли так, покалякали. Да, ребята, ситуация, конечно, не из приятных. Ё-моё, так из-за чего все-таки аккумуляторы досели? Целыми ночами весь спал. С автономкой, все. Я думаю, это из-за этой, как она называется? Из-за аварийки. Сейчас приеду. Сегодня у нас суббота. Суббота, тараканья работа опять. Короче, сегодня буду заряжать аккумуляторы и завтра. Заряжу их, короче, на целую неделю. Да это у меня, скорее всего, еще не дозаряд идет на этом, на генераторе, блин. 27,8. Должно быть 28,4, по-моему, зарядка. Я уже прикрутил этот, как он называется. Ё-моё, блин. Ну, на генераторе этот винтик закрутил. Все равно такая же херня. Хренотень. Короче, надо снять эту шоколадку. Ну, интегралку. Дома, короче, я сейчас буду. Камеру тормозную поменяю. И, наверное, все-таки сниму я интегралочку. Посмотрю, какой она марки. Если у меня такая есть, то поставлю. Поставлю другую интегралку. Блин. У меня новая интегралка же в генераторе это засунута. А генератор на буфере остался. Опять я забыл его взять. Я вот тогда на склад отдал парням. Я говорю, пацаны, говорю, выручайте, возьмите на склад на сохранение. Пузырь, говорит, без проблем. Ха-ха. Так, что, блин? Надо мне хоть это. О, масло-то у меня, ребята, совсем, короче, задубело. А. Оно и так-то не таяло ни хрена. А тут вообще, короче, ужас. Так, стекла. Стекла все замерзли. Сейчас я вам покажу, короче, обстановочку в кабине. Смотрите. Это, короче, Дедушка Мороз у меня сегодня пришел ко мне. Ха-ха, под утро. Зацените-ка. Так, что автономка? А, автономка-то заглохла она. Автономка, короче, заглохла. Она же была у меня без этой, без соляры. Она же у меня тогда 3 раза заморгала. 5 секунд. О, чайник парует. Чайник согрелся. Сейчас я, короче, добавил кипяточка. Чуток. Так. Утром надо кушать хлеб с маслом. Или масло с хлебом. Кто как любит. Кто как завтракает, пишите в комментариях, друзья мои. У меня сегодня утро началось с чая. Из газовой плиты, блин. О-хо-хо. Это, короче, не есть хорошо. Короче, говорил, не говорил, на Скании проехал этот парень. Вот, блин, там, короче, это. Ну, Скания-то останавливалась, которая. Он, короче, проехал туда. И какой-то Скании тоже говорит, блин, остановись, там парень, короче. Парень, короче, замерзает, остановись, выручи. Друг, брат, сват, блин. И, короче, от него вообще никаких известий. Больше. А этому мужику на Скании, блин, вообще. Да вообще, ребята, молодцы, честно говоря. Я, честно говоря, не ожидал, что так быстро откликнутся. Ну нет, почему? Ожидать-то ожидал. Надеешься всегда. Ой, так надо автономку уже запустить нам. Кабинный обогреватель. Да. Ё-моё, еще, блин. Камера-то эта хреново шипит. У меня воздух-то не накачивается из-за нее. Блин, надо было с ручника снять.
Ой, беда, Казя. Сегодня у меня, ребята, на завтрак малиновое варенье. Малиновое варенье всем хорошо, вкусно, приятно и приятно пахнет. Но косточки, ё-моё, ух уж эти косточки. Короче, китайцы, если научатся делать малиновое варенье, они помучаются с производством косточек, потому что их до хера там. Это какой-то ужас. Все, давайте, друзья мои, приятного аппетита, приятного чаепития. Сейчас я, короче, это, чай попью и на свое это, на свое место, короче, уйду. На вот там по это, погазовать, наверное. Сейчас еще погреется немножечко мотор. Мотор-то еще нагрелся только 40. Это плюсом автономка еще работает. И КамАЗ уже сколько заведенный, сколько мы с вами тут разговариваем. Минут 10, наверное, 15 уже. Да нет, больше, я же еще на улице стоял. У меня и этот батон-то, короче, замерз. О, зубы замерзли, надо погреть. Чудеса. Ребята, на аварийке никогда не спите. Высаживает аккумулятор. Я, честно говоря, поначалу подумал, что у меня минусовой аккумулятор сел. Бывает такое. На минусовом аккумуляторе у меня рация, магнитола, всякие вот эти прикуриватели, регистраторы, всякая вот эта вот вся хренаки. На плюсовом аккумуляторе у меня этот, микроволновка. Ну я думаю, блин, вот был бы у меня зарядник, да, с собой, зарядное устройство, выпрямитель. Я бы сейчас, хоп, от 220-то, чик, и зарядил бы один-то аккумулятор. Лампочку взял, ну вот такая вот, короче, у меня индикатор есть. Это, вольтметр. Он, короче, вот этот вольтметр, он сразу же показывает, какой аккумулятор севший. Потому что лампочка на 24 вольта, и она охренеть какая мощная. Это. С противотуманки, галогенка. Я на один аккумулятор херак подсоединяю. Тускло. На второй точно так же. Так что, друзья мои, сели-то у меня оба аккумулятора. Получается. Да, беда, Казя. Ладно, это вообще не вопрос. Если будет работа, куплю я новое, да и все. Че, я путаться буду, что ли, блин? Ну нет, сейчас-то, конечно, попутаю. Сейчас не буду покупать. А если, короче, если еще один раз они меня подведут, куплю новое нафиг. Да я, знаете, все, что мечтаю. Мечтаю, короче, это, 220-й аккумулятор это взять. Но у меня почему-то мечты не сбываются. Они подороже, подороже. А вот по надежности-то хрен знает, они как себя под... Не знаю. Ой, что-то у меня вообще, короче, аккумулятор... Вообще не заряжает, это, не, блин, не качается воздух. Может, вообще что-то замерзло. Еще вдобавок, если трубки где-нибудь замерзли, капец. Это же ужасть. О, друзья мои, у нас уже расцветает. Расцветает. Ладно, давайте, чай пью, короче. Ух, заболтали вы меня, друзья мои. Переместился я, короче, в свое седло. Оббежал, короче, ребята, как пуля. Вокруг машины. Все вроде нормально. Ох, ребята. В кабине дубачина. Что-то автономка еще заглохла, это основная. Один раз мигает. Это что один раз? Что такое мигает автономка один раз? Перегрев. Точно. Это, короче, перегрев системы. Получается, помпа качает. Насос качает.
Где-то, короче, получилась воздушная пробка. Может, нет, не знаю. Воздух не поднимается, давление. Блин, заколебал этот воздух. Ох. Ну-ка, что пробуем? Едем. Ох, друзья мои, мы едем. Ладно, так, включаем аварийку. Свет. Вот этот свет, чтобы меня было видно. И едем, короче, гоним на первой передаче, потому что мороз сильнейший. Потихонечку ползем. Сейчас, короче, это. Дыму за нами немерено. Сейчас покажу. Как за самолетом? Самолеты же летают, у них вон сколько дыма там, да, за ним. Тихонечко на их. Сейчас проедем немножечко вот так вот потихоньку. Потом, короче, это. Потом нормально будет. Вроде попуток нет. Все как кол, ё-моё, все, блин, замерзло. Дубачина, на улице дубак. Вот, блин, вот ладно, у меня этот, как он называется, газовая так, плитка вот эта от основного баллона. Была бы плитка, короче, это, ну вот на баллончиках. Ох, это вообще беда. Там, короче, надо две плитки. Короче, одна плитка горит. И вторая тоже, чтобы горела. И менять, короче, баллончики местами. Сначала один баллон согрел, потом второй. Они замерзают вообще капитально. Какой-то след, короче, за колесами. Ну, это, наверное, от этого. На этой, как она называется? На обочине соль посыпана. Я проехал по обочине. Ну, это не просыпанная, я говорю, блин. Посыпанная, ё-моё. Конечно, посыпанная, друзья мои. Дорожники посыпали, короче, посолили это, соль с песком, и песок с солью. И все. Я, короче, по обочине это проехал. Колеса-то, короче, нацепляли в протектор. Я смотрю, блин, что думаю за фигня? След как будто сырой, а это вот от соли, короче. Сейчас лишь бы лоси не накинулись на это, на колеса на мои, соль лизать с них. Так, все, давайте, короче, погнали, ребята. Включаем вторую. Ё-моё, блин. От этой. От насосика. На маленькую автономку, короче, насосик стоит далеко. И это. Трубка, короче, длинная до автономки от насоса. Очень долго прокачивается соляра. Ну, чтобы автономка-то заработала. А чё? Температура 60. О! Вспышкало! Все, воздух появился. Короче, температура 60. В кабине-то еще так холодновато. Но воздух уже тепленький идет из этой, из печки-то. Включил на это. Ну, чтобы стекла обдувало. Эти нижние, как они называются, створки или жалюзи закрыло. Так. Третья, друзья мои. Ё-моё. Ребята, всем огромное спасибо, кто откликнулся меня сегодня выручить. Видите? Как бы, когда просишь о помощи,
Блин, люди помогают. Сразу, без проблем, чик остановился. Остановился, помог. Молодец. Дим, спасибо. О-хо-хо. Вот такие вот дела. Ладно, друзья мои, давайте катимся мы дальше. Там дорогой, может, включимся еще. Может, уж дома включимся. Давайте, не переключайтесь. Ну что, друзья мои, подъезжаю я к своему родному поселочку. Ночка получилась у меня такая очень интересная. Все я вам показал. Все показал и все рассказал. Кстати говоря, не доезжая до Тонкина, смотрю, короче, в зеркало, за мной бегут 4 лося. Языки болтаются и орут. Дай полизать колеса соленые. Я, короче, газ в пол. Как дал, короче, шокшу. Угнал, короче. Нихера себе, блин. Думаю, и так у меня протектор, да на колесах половины протектора уже нет. Еще я слижут остатки. Не, я говорю, нафиг надо. Ха-ха. Шутка, конечно, шутка, ребята. Я надеюсь, что вы понимаете шутки. Шутки надо понимать. Так, все. Доехал я вроде как бы, вроде нормально, вроде бы пока без, опять без происшествий. Шпилечка, короче, также прянькает. Все четенько. Гаечки у меня на 10 нету, не нашел я ночью. Да, честно говоря, я ошибка-то и не искал. Посмотрел в одной коробочке, нету, так и нафиг, больше и не стал лазить. Такие вот дела. Сейчас приеду, выгружусь и все это починю. Починякаю. Нынче в эти выходные мне еще надо что сделать? Тормоза развести. Тормоза разведу. Камеру надо поменять и тормоза, короче, пошприцеваться. Обязательно. На той неделе, короче, я и тормоза не развел, и не пошприцевался. Очень халатное отношение к автомобилю, Алексей Юрьевич. Очень-очень. Солнышко встало, птички запели у нас. Как обычно, все хорошо. Ладно, друзья мои, давайте, я уже почти практически в поселке. Практически дома. Давайте, всем счастливого пути. Всем удачи на дороге. Помогайте на дороге друг другу. Ребята, не отказывайте в помощи. И сами не отказывайтесь. Никогда. Короче, если вдруг что-то случилось, не стесняйтесь. Просто спросите о помощи. Вам всегда помогут, ребята. Приедут, подъедут и помогут. Так что давайте. Давайте, всем счастливого пути. Всем пока.